мои дорогие зрители, с вами Школа Рукоделия и я Вика. Сегодня по вашим многочисленнейшим просьбам мы вяжем жилет подробно. Новички, вооружайтесь пряжей и спицами. Длинное подробное видео. Итак, давайте начнем с пряжи. Вот она моя пряжа. Я вяжу из распущенной, потому что я вязала в прошлом году тунику. Полежала она годик, я ее распустила благополучно, теперь вяжу жилет из нее. Я очень часто такие манипуляции провожу, потому что, по сути, очень много видео вяжу просто для вас, не нося потом вещь. Вот, тоже случилось с этой туникой. Поэтому я вяжу из нее в два сложения. Пряжа вот такая вот. Кто Европа, девчонки, пожалуйста, ссылка будет в описании. По Европе я отсылаю нашего чешского производителя. Кто в России, пишите под видео в описании советы, девчонки, помогайте. Значит, 50 грамм, 139 метров. Я вяжу в два сложения. Это значит, что пряжа 139 метров в 100 граммах, если в одно сложение. Вот на такой метраж я вяжу. Но, по сути, это не важно, какой метраж пряжи и какие спицы. Мы будем это все рассчитывать на вас. Медленно, пошагово будем считать. С ручкой, с листочком все будем считать. От начала и до конца. Значит, спицы у меня 5 миллиметров. Пряжи ушло на мой жилет при моем 44 размере 500 граммов. Ровно 500 граммов ушло на мой жилет в два сложения. Вот, это ориентировочно. Теперь что мы делаем? Мы вяжем образец. К сожалению, я свой распустил. Рисую человечка. Значит, что нам нужно измерить? Нам нужно измерить две мерки. Первая мерка — это ширина бедер. У меня 50 сантиметров. Вот. Ну, обхват бедер, ширина бедер. Вот нормально. Обхват бедер — это 100 сантиметров. Полуобхват — это 50 сантиметров. То есть ширина одной детали — это 50 сантиметров. Далее длина изделия. Длину мы меряем вот от плеча и через грудь вниз. Мы меряем длину изделия. У меня это 62 сантиметра. Итак, вы меряете свою длину, то есть какой жилет, какой длины вы хотите. Соответственно, рост у всех разный, длина разная. Вот. И ширину. Если у вас грудь больше, чем бедра, что бывает, меряйте грудь. То есть меряйте самую широкую точку, чтобы не было потом в груди излишнего натяжения. Далее мы рисуем вот такую вот как бы конструкцию. Мы просто должны понимать, как будет выглядеть наша конструкция. Я сейчас ее перерисую, это начало, я потом в следующем кадре перерисую ровненько, потому что что-то мне не нравится. Ну ладно, мне нужно, чтобы вы поняли, куда девать вот эти вот цифры и как начать вязать, рассчитать как бы это все дело. Значит, вот эта ширина у меня соответствует вот этим вот 50 сантиметрам. 50 сантиметров. Далее, высота у нас, вот пунктирная линия, это линия плеча, это сгиб детали. И высота у нас соответствует вот нашим 62 сантиметра. Далее вы определяете ширину рукава. Это уже тоже ваше предпочтение. У меня это 20 сантиметров. Это значит, что до рукава у меня 42 сантиметра. То есть 62 минус 20 сантиметров на рукав — это 42 сантиметра. Вот. Пока давайте остановимся, пока этого достаточно. Значит, здесь что еще? Длина рукава тоже мы определяем
визуально, девчонки, вот точно не могу сказать. Здесь у меня 20 петель. 20 петель, это 15 сантиметров. Девчонки, ошиблась здесь, я, видите, я просто распустила образец и ошиблась. 14 петель у меня в образце. Итак, давайте же мы с вами рассчитаем эту, сколько же нам нужно петель. Итак, мы знаем, что плотность вязания, у вас свое число вот здесь вот будет, у меня это 14 петель в 10 сантиметров. То есть вы вяжете образец, образец вы вяжете платочную вязку и по платочной вязке считаете плотность. То есть прикладываете сантиметровую ленту на образец. Вот видите, глупо сделала, что распустила. Приложили сантиметровую ленту. И вот в отрезке 10 сантиметров посчитали количество ваших петель платочной вязки, не резинки. Резинка, мы отталкиваемся от платочной вязки. Итак, значит, у меня 14, значит, 10 сантиметров, 14 петель. Мне нужно 50 сантиметров, это x петель. Значит, для того, чтобы узнать, сколько петель нам нужно набрать, нам нужно 14 умножить на 50, то есть вот эти числа перемножить и разделить на 10. Что мы делаем? 14 умножить на 50. Это 700. И разделить на 10. Это 70 петель. Что я здесь и делаю. То есть, для начала я набираю 70 петель. Набирать петли я буду самым обычным способом. Вот. Сейчас мы еще определим. Набираю петли 70 петель. Так. Итак, делим мы всю резинку, всю как бы резинку на резинку 6 на 2. 70, это 8 петель, 70 разделить на 8. Это будет 8 минус 64. И 4. Ой, здесь в остатке 6 петель. Вот я тормоз, девчонки. Вот видите, что я и считаю, не могу понять. Видите, как я считаю? 4 петли здесь поставила. Я представляю, как вы сейчас возмущаетесь. Короче, все понятно, 6 петель, да? И здесь у нас 6 петель, и вот в остатке у меня 6 петель. Итак, мы распределили наши петли, я, наверное, тут... Вот мы разделили количество петель на 8 петель раппорта, 64. Это будет 8. И в остатке у нас осталось 6. И теперь делим 70 петель, ну то есть ваше количество петель на количество раппорта. 8. Смотрим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И вот у нас 9 остаток, эти 6 петель. У меня как раз все вышло прекрасно. То есть 9 как бы сектор, это наш остаток. Если у вас, допустим, там получилось 3 петли, а здесь 6, разбейте на одинаковое количество. Вот у меня же все вышло, видите, прекрасно. То есть в начале 6 петель, включая кромочную, и в конце 6 петель, включая кромочную, потому что в остатке у меня 6. Если, допустим, у вас в остатке 1 петля, вы отсюда забираете 3 петли и переносите сюда. Ну, одна петля у вас не будет. Старайтесь так, чтобы число петель было кромочным. Вот здесь, допустим, 2 петли, да, то отсюда вы забираете 2. И будет здесь 4 и здесь 4. Ну, то есть корректируйте так, чтобы у вас было
по краям одинаковое количество петель. Двигайте их вот так вот, смещайте. Вот, и теперь вяжем. 6 петель, включая кромочную. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 изнаночные, 6 лицевых. 1, 2, 4, 5, 6. 2 изнаночные и так далее до конца ряда. И в конце, смотрите, у меня остается 6 петель. Далее вяжем резинку по узору, включая кромочную. В лицевом ряду 6 на 6 лицевых, 2 изнаночных. В изнаночном ряду 6 изнаночных, 2 лицевых. Продолжаем. Итак, я провязала 16 рядов. Здесь уже, здесь вы можете корректировать по своему вкусу, сделать шире резинку, ну, вернее не шире, а выше, ниже, тут зависит от предпочтений. В сантиметрах это у меня 9 сантиметров, вот. Ну и здесь, я думаю, максимально для этой резинки 10 сантиметров, больше не нужно. Хотя без разницы, абсолютно без разницы, девчонки, как вам удобно. И далее я перехожу на платочную вязку. То есть на лицевые петли. Все петли далее лицевыми. Кроме кромочной петли, она вяжется изнаночной. Все, девчонки, продолжаем вязать ровное полотно лицевыми петлями. Итак, девчонки, я провязала 42 сантиметра вот от начала вязания, вот, и теперь добавляю петли. Значит, я добавляю по 20 петель, по 15 сантиметров. Вы же смотрите, вот сколько вы хотите, возможно, вам придется добавить меньше или больше. Это зависит от длины рукава. А длину рукава вот вы возьмите себе, измерите от руки до куда вы хотите этот рукав, и через плечики, через шейку ко второй руке, и вот эту часть вы измерьте. У меня это 80 сантиметров, вот. И мне нужно добавить 30 сантиметров, потому что здесь у меня 50. Я разбиваю эти 30 сантиметров на 15 и 15. То есть понятно, да? 80 сантиметров отнимаем ширину изделия, остается 30 сантиметров. И 30 делим пополам, 15 и 15. С 15 сантиметров у меня 20 петель, поэтому я добавляю по 20 петель с каждой стороны. Каким образом? Самым простым. Вот так вот. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20. Теперь поворачиваю, вяжу ряд лицевыми петлями до конца. Это у меня сейчас 70 петель. И в конце еще добавлю 20, и получится по итогу у меня 90 петель на спицах. Сейчас я провязываю эти 20 петель. Я их уже провязала, теперь перехожу на
петли основного вязания и вяжу до конца ряда. Так, вот я довязала до конца ряда, теперь я набираю опять же 20 петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, девять, десять, одиннадцать, четырнадцать, двадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, двадцать. Вот. Видно, да, что у меня с обеих сторон набраны петли. Теперь вяжу. Так, теперь считаем вот эту вот часть до горловины. Сейчас мы ее вяжем ровно. Так, от высоты 62 сантиметра мы отнимаем 12 сантиметров. Ну, то есть от общей высоты мы отнимаем, от общей длины мы отнимаем 12 сантиметров, это глубина нашей горловины. И здесь у нас получается 50 сантиметров. Вот. Сейчас вяжем ровно, пока целое полотно у нас не будет составлять. Итак, у меня провязано. Так, значит, 50 сантиметров длина. Не видно, наверное, ну, в общем. Вот они, 50 сантиметров. То есть сейчас мы находимся вот в этой вот точке. И теперь нам нужно закрыть среднее, разделить вязание на две части. Для этого все количество петель. У меня все количество петель это 50 плюс... Ой, 50, это 70 петель. 70 петель это 50 сантиметров. Так, у меня это 70 петель плюс 40, это 110 всего. Значит, 110 петель. Закрывать я буду 16 петель, минус 16, равно 94. 94. Так, здесь у нас 16. Это, ой, я написала петли. Здесь у нас 13 сантиметров. Здесь у нас 13 сантиметров приблизительно по центру будет закрываться. Так, это 16 петель. Далее, 90, общее количество петель, которые у вас на спицах, ваше число, минус 16 на горловину. Если у вас другое число, 13 сантиметров, считаем, сколько у вас будет по вашей плотности. Вот. И... эти петли делим на 2, то есть на 2 вот равные части, да? То есть отсюда сейчас это 2 равные части, это будет 4, 47 петель. И теперь мы разделим это вязание на 2 половины. Для этого провязываем 47 петель. Сорок шесть, 47. Вот она моя одна половина. И теперь я закрываю средние 16 петель. Раз, два, и вот с этой стороны у нас тоже должно остаться 47 петель. Проверяю. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Да, все правильно. А вот 7, 47 петель. И теперь я продолжаю вязать
эту половину, это у нас остается на спицах, и при том мы еще будем делать сокращение. Изнаночный ряд. В лицевом ряду мы будем делать сокращение. Так, и вот в начале каждого ряда 5 раз мы это все будем делать. Мы провязываем 2 петли вместе лицевой. Вот 2 первые петли мы провязали, и дальше вяжем опять до конца ряда и следующий изнаночный, и снова делаем такое сокращение вот здесь, всего 5 раз, 5 сокращений. Итак, всего провязала я 10 рядов и 5 раз сделала закрытие. Вот смотрите, 1 2 3 4 5, и теперь я просто вяжу ровно, ничего не закрывая, до того момента. Вот просто теперь уже вяжу, ничего не делая. Вот, ровненько. До того момента, пока у нас не будет 20 сантиметров вот этот вот рукав сам. Ну и соответственно, общая длина должна соответствовать, когда будет 20 сантиметров, то здесь общая длина у вас будет ваше число, которое вы измерили. Вот. Так что я вяжу ровненько. Ой, закрученная, девчонки, не могу вам показать. А ну, смотрите. Видите, 20 сантиметров у меня здесь. Ну, и куча узелков. Пряжа-то распущенная. Так, теперь на этом этапе, вот когда мы провязали вот эти 20 сантиметров, вот они, вот они, вот она горловина. Теперь нам нужно посчитать ряды. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 10, 11, 12, 48 рядов у меня, 12 на 4, 48 рядов, это потом надо для перепроверки нам. Вот сейчас мы находимся в точке вот этой вот пунктира, то есть это половина, все перепроверяем, 62 сантиметра, ну, то есть длина, которую вы хотели, должна получиться, все должно сейчас совпасть, потому что мы в половине этой деталью, это еще нет. Теперь нам нужно, мы уже переходим на спинку, нам нужно здесь добавить 5 петель, те, которые мы здесь сокращали. Мы со стороны горловины, вот она, делаем после кромочной воздушную петлю, или воздушную, или из протяжки, да, кто как любит. И в каждом лицевом ряду точно так же 5 раз. Мы делаем, сейчас довяжу до конца ряда, потом изнаночный, потом в следующем ряду после кромочной снова сделаю воздушную петлю. Так, сейчас буду вам показывать. Я делаю на другие спицы, чтобы вам хорошо показать, чтобы было понятно. Вот она деталь, видите? Вот он, горловина, вот она. Уходи отсюда. Так, сейчас проверю в камеру. Видно, видно. Вот мы сокращали, вязали ровно, вот это у нас сгиб плечо, и вот мы уже добавили 5 петель на спинку. Теперь мы это все дело оставляем и переходим к этой половине, которая у нас на спицах. Вот она. Здесь мы делаем все то же самое. Теперь привязываем сюда нить. И теперь сокращение мы будем делать в изнаночном ряду, но по сути это без разницы. Вот смотрите, что с этой стороны, где у нас горловина. Так, точно так же в начале ряда мы провязываем 2 петли вместе лицевой и далее вяжем до конца ряда. Следующий ряд вяжем и потом
до конца, следующий и снова сокращение. Всего их будет точно так же, как и на первой половине 5 сокращений здесь, и далее вяжем тоже ровно до половины, до половины изделия. Вот все точно так же, как и здесь. Здесь я посчитала 48 рядов, вот и здесь должно у нас быть в половине 48 рядов. То есть сейчас сокращение, далее ровно, далее я вам покажу и расскажу. Хороший вот у нас вырез. Смотрите, я добавила, я просто положила, так вам не понятно. Так, девчонки, вот он наш вырез, видим, да, я сейчас нахожусь где? Я сейчас нахожусь в половине, то есть вот где наша черта. Здесь у меня то же самое, что здесь, вот в этой половине 20 сантиметров, 48 рядов, вот они. И сейчас я делаю добавление, сейчас вам разложу хорошо горловинку, чтобы вы видели, как оно выглядит, вот. Мне осталось сделать вот эти вот добавления 5 раз. Делается они тоже в изнаночном ряду. Вот видите, здесь они делали все сокращения и убавления в лицевом ряду. А на этой половинке делаются в изнаночном. Так что не пугайтесь. То же самое. После кромочной петли воздушная петля. И вяжем этот ряд до конца. Следующий ряд. И потом в третьем ряду снова делаем это добавление, и всего 5 раз, либо ваше число. Итак, мы прошли самый трудный этап, девчонки. Поздравляю новичков, кто совсем новичок. Вот он, наша горловина. Теперь нам нужно восстановить вот эти вот петли. У меня это 16 петель, здесь в сантиметрах у меня написано, но в петлях у меня здесь 16. То есть эти же петли вы набираете сюда, вот сколько вы закрыли здесь, смотрите свои записи, сколько вы сюда набираете. Так, вот. Этой же нитью мы добираем петли. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Так, вот они, наши 16 петель. Теперь мы соединяем с этой деталью. Так, смотрим, чтобы, видите, у меня уже перекрутилась. Смотрим обязательно, чтобы эти петли не были перекручены. Я оставила вот такую длинную нитку, не знаю зачем. Это лишнее. Ну, в общем, так, здесь у меня дополнительная тонкая спица, я просто добавляю эти петли, ввязываю в вязание. Теперь сейчас все, теперь мы вяжем опять ровное полотно, вот все наши петли, у меня 110. Теперь давайте поговорим, значит, здесь у меня 13 сантиметров, 16 петель, вот это я добрала. Теперь сколько же нам вязать до закрытия? Вот эту вот часть, мы уже ее как бы начали, мы находимся вот здесь. И теперь, вот что нам нужно было, зачем нам нужны были 48 рядов. Внимание, это будет не 48 рядов, потому что я решила немножко усовершенствовать и сделать вот такой вот маленький росток в 2 сантиметра. В моем случае это 4 ряда, то есть здесь у меня будет 52 ряда и 22 сантиметра вот эта вот часть. В общем, значит, что это значит, что мы считаем, значит, добавляем 2 сантиметра в 2 сантиметрах. Вы прям по вот этому, по своему вязанию, вот измерьте, сколько у вас рядов в 2 сантиметрах. У меня их 4. Вот. И я их и добавила, эти 2 сантиметра, а здесь 4 ряда. Вот 48 плюс 4, 52. Теперь я добавляю 52 плюс
48, вот прекрасное число, у меня получается 100. И 44 сантиметра. Это значит, что вот здесь вот у нас, ну, это я просто пишу с этой стороны, потому что здесь исписана вся. Общая длина для передней и задней детали 44 сантиметра и 100 рядов. Вот теперь мы вяжем до того момента, вот это вот цельное полотно, пока от начала рукава у нас не будет 100 рядов и 42 сантиметра. 44, а 22 и 22, ой, вот уже ж звезда балета. 42 сантиметра, 42. Умножила на 2 и все, и счастливая, короче. Вроде в школе хорошо училась, ну, в общем, ладно. Значит, вяжем, пока не будет 42 сантиметра и 100 рядов. Вот это вот ровное полотно. Так, та-дам! В общем, я связала, девчонки. Смотрите. Теперь, по сути, я надеюсь, что вам понятно. Я очень надеюсь. Вот. Да, я связала эту большую часть. Вот сейчас я нахожусь, если смотреть на схему, вот здесь вот. И сейчас мне нужно закрыть по 20 петель. Здесь и здесь. Те петли, которые я добирала здесь, вот, вот они, 20 и 20. И выйти на 70 петель, которые у меня были изначально. Так, для этого... Я закрываю в начале ряда. Вот видите, вот у нас рукав такой вот. Здесь горловина. Ну, я надеюсь, понятно. Если у вас уже в руках это деталь, то все понятно. Закрываю 20 петель. Итак, 20 петель. Теперь вяжу до конца ряда. Так, довязываем до конца ряда. Ой, последняя изнаночная. И в начале ряда снова закрываем 20 петель в начале следующего ряда. То есть первые 20 у нас здесь. Вторые 20 здесь. 20. Итак, мы закрыли с каждой стороны по 20 петель. Сейчас я сложу это все дело и покажу вам, как оно у нас сейчас выглядит. Вот. На данном этапе это выглядит так. Сзади у нас это все дело подошло к пройме. Теперь что нам нужно сделать? Нам нужно посчитать ряды вот здесь. Вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 12, 13, 14, 16, 17, 18 на 34, 72, 18 на 4, 72 ряда. 72 ряда до резинки. Значит, здесь мне нужно провязать 72 ряда. Вот. Продолжаю вязать ровное полотно. То есть сейчас у меня 70 петель, ровно столько, сколько я набирала, и я продолжаю их вязать. Итак, я провязала 72 ряда, вот они. Совмещаем с деталью переда, то есть складываем пополам. Вот, и сейчас очень внимательно, чтобы... Вот, видите, чтобы начать с правильного ряда. Здесь еще мне нужно провязать ряд.
Сейчас мы переходим к вязанию резинки. Вот, смотрим, складываем пополам. Вот видите, чтобы, если сейчас мы начнем вязать лицевую сторону, чтобы изнаночные у нас смотрели друг на друга. Вот, это очень важно. Значит, еще важно совместить вот эти вот здесь у меня 6 вместе с кромочной. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, две изнаночные. То есть полностью повторяем нашу резинку и вяжем столько же рядов, сколько мы провязали. Продолжаем, вяжем резинку, вот точно повторяем эту. Так, после того, как мы провязали столько, сколько у нас в начале резинки, вот она, мы ее закрываем. Закрывать мы будем по узору, то есть там, где лицевая петля. Я закрываю лицевыми, то есть 2 вместе провязываю лицевой. Вот, видите, там, где изнаночная, я провязываю 2 вместе изнаночной петлей. Раз, и вторая изнаночная, 2. Далее идут лицевые. Вот оно потом сложится у нас резиночку красиво. Лицевых, 2 изнаночные, 20. И так до конца ряда по узору закрываем все петли. Так, вот такая у нас большая деталь. Вот, теперь мы будем делать так, мои хорошие, теперь мы набираем петли на горловину, начинаем со спинки. Вот, чтобы стык у нас был сзади, потому что так, по центру начинаем и набираем петли лицевыми. Здесь все нормально, потому что у нас одна и та же вязка. Мы из петли набираем петлю, ни больше, ни меньше. Вот. Здесь уже нужно так глазом прикинуть, чтобы это было как-то в разумных интервалах, ну, там, где скосы, я имею в виду, где закрытие петель. Здесь из каждой кромочной пошли опять у нас добавления. Здесь не из каждой кромочной, видите, да, что я вот так вот так, доходим мы до конца.
Вот теперь я привяжу вот эту нить, ну, сделаю узелочек, чтобы закрепить. Вот, и одену маркер. Для чего? Для того, что мы сейчас будем вязать круговую, но нам нужна платочная вязка. Поэтому маркер — это будет наше начало и конец ряда. Сейчас я ряд провяжу, провяжем ряд изнаночными петлями. Я сейчас провяжу и посчитаю петли. Значит, 1. Итак, у меня 82 петли, девчонки. Вот. Если вы хотите... Ой, господи, теперь будет весело с этим маркером. Значит, теперь первый ряд я провязала изнаночными, теперь ряд лицевой петлей, ряд изнаночной, да, теперь мы чередуем. Если хотим горловину пошире, хотя я не уверена, что кто-то захочет пошире горловину, то нужно набрать больше петель. Вот, у меня 83. Сколько это будет горловина, потом вам скажу. И вы уже ориентируетесь, ориентируясь по моей ширине горловины, будете рассчитывать, достаточно вам или нет. В общем, я сейчас вяжу, а потом посмотрим далее. Ну вот, девчонки, вот он финиш нашего вязание. Провязала я, сейчас я вам все скажу, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Провязала я 60 рядов, высоту это у меня 28 сантиметров. И сейчас я все петли закрою. Закрывать тоже надо достаточно свободно, ну не так уж прям свободно, но и не туго, чтобы потом этот воротник мы могли сложить, разложить, чтобы он у нас был таким податливым. Поэтому петли закрываю классическим способом, провязывая 2 петли вместе. Так, все. Сейчас с вами измерю ширину. Детали. Ну, горловины я имею в виду. Итак, так. Вот она наша деталь. Ширина моей горловины 30-35 сантиметров, ну то есть в круговую это 70 сантиметров. Вот она, мы ее можем по-всякому как бы комбинировать. Вот. Ну и все. И так, теперь осталось вот нам сшить бока. Вот эти вот два боковых шва. Вот здесь вот и с другой стороны. Соответственно, складываем лицевой стороны вовнутрь. И начинаем с рукава. Начинаем мы с рукава.
Здесь вот смотрите, у нас здесь закрытые петли и набранные петли, и мы, как вам сказать, захватываем за эти петли, при этом стараемся, чтобы шов у нас был такой нежненький, не грубый. То есть мы не шьем вот так вот, да, мы именно вот таким вот образом по поверхности этих петель проходим, потому что здесь у нас же будет отворот, девчонки, поэтому нам этот шов нужен максимально тоненьким и таким нежным. Совмещаем хорошо. Так, вот, сшили мы эту ровную часть, теперь мы переходим на боковушку. Вот она, наша боковушка, ее мы шьем по лицевой стороне. То есть мы сейчас выворачиваемся на лицевую сторону. Вот, шьем вот таким вот образом. Так, вот наши, видите, косичка. Захватываем за эту петлю и с этой стороны, и возвращаемся иглой, возвращаемся в эту. Теперь вот смотрим, иглой я вытаскиваю иглу не с этой петли, а перехожу в следующую, вот со следующую. Сейчас вы поймете. И захватываю следующую только слева направо. Вот они. Если напрягает вас это, шейте обычным способом. И теперь я перехожу на следующий ряд. Здесь возвращаюсь. Перехожу на следующий. То есть вот видите, вот этими двумя петельками я скрепляю как бы рубец ряда и перехожу по этой стороне на ряд далее. Вот опять снова я захватила один ряд, продела, но здесь продвигаюсь на ряд далее. А здесь у нас, вот видите, вот эти две петельки, они у меня сейчас раз, стянут два ряда.
Так, вот дошла я до резинки. Здесь я уже буду шить по изнанке, но захватывать только кромочные петли. Так, вот это я все потом продену, эти хвосты. То есть смотрим только за кромочные, очень аккуратно. Так, все, это все проденем крючком, обрежем. Так, и теперь ВТО, девчонки, что я буду делать? Я буду намачивать и на полотенечке сушить. Вот, это моя обработка будет. Вы же можете, я не знаю, в зависимости от того, из какой пряжи вы вяжете, поэтому следуйте рекомендациям по определенной пряже. Я сейчас намачиваю, раскладываю, убираю узлы и все. И показываю вам результат. Вот, девчонки, связала. Сшила, одела на манекен. Конечно, на манекен жилет большой, но это не страшно. Вот, думаю, я вам рассказала понятно. Вяжите, очень он удобный, хоть и казалось бы, да, что здесь такой крой, такой без подрезов, без ничего, но на самом деле в нем очень удобно. Я вот одевала, и удобный он такой, комфортный. Мягко, удобно, тепло. Вот. Все, мои хорошие. На сегодня все. С вами была Вика из Школы рукоделия. Всем пока-пока. Вяжите, не пожалеете.